Вы смотрите топ-10 ФМБ чемпионата России Суперлига. Все моменты с приставкой Супер. 14-й выпуск. Поехали! Открывает нашу подборку Роман Лагутин из Барнаула. Вроде бы ничего такого не сделал, но бревного как ветром сдуло. Треха залетает в кольцо, Лагутин залетает на 10-ю строчку. 9-е место. Игроки Иркута с обеих сторон щемят Егора Рыжова, но забывают про Павла Земского, который получает передачу и вколачивает сверху. 8-е место. Зачем русичи вдвоем побежали на Суворова? Непонятно. Глеб, получив момент, делает классную передачу с отскоком от пола на Карванина и тут заносит сверху. На 7-м месте прекрасный пик-н-ролл от Новосиба. Андрей Кердячкин завершает атаку и делает это чертовски красиво. Данил Певнев попытался остановить его, но лишь нарвался на фол. 6-е место. Русичи уступили Химкам, но вы только посмотрите на эту красоту. Великолепный ноулук от Ильи Подобедова и яркое завершение от Александра Литвякова. 5-е место. Миш, ты можешь забить с логотипа РФБ? Да без Б. Михаил Ведищев и Шерлока отвечает за свои слова и закрывает первую четверть точным броском с середины. 4-е место. Владислав Лисовский из Тамбова усложняет челлендж по сверхдальним базерам и отправляет мяч в кольцо со своей половины. Фантастическое попадание на последних секундах стартового отрезка. 3-е место. Поле зрения у Ивана Зайцева 360 градусов, не иначе. Зацените, какие он раздает передачи. Крутейший пас, не глядя на Павла Захарова. На 2-м месте вновь ЦСКА-2, только на этот раз они показывают, насколько они хороши в защите. Павел Захаров накрывает данк Семена Медведева и оказывается на 2-й строчке. Ну и, наконец, 1-е место. Тарик Брунчевич на всех парах летит к кольцу и вколачивает сверху через Илью Ермакова. Нельзя не отметить, конечно же, пас от Олега Балашова. На этом все. Следи за ФМБ чемпионатом России Суперлигой на RussianBasket.ru и люби эту игру.